Вот это просто сам пропен раскрыть основную тему данного видеоролика. И вы никогда не узнаете, сколько будет длиться эта самая вода. Начнем. Вообще, сам ПРП и Evolve Roleplay, они уже, так знаете, вернем старую атмосферу сам ПРП 2012-2013 года. Потому что там, возможно, и Леонид Литвиненко занялись своими какими-то вот этими всеми вещами. То есть, буквально, борьба идет за каждого нового игрока или там за каждого старого игрока. Ну, тогда у меня были немного другие планы на Максима Кудрявцева. Да и вообще, он в целом посмотрел, сказал, что новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. В очередной раз на обсуждении вопросы, знаете ли, большой важности. Однако до этого я уже обсуждал нечто подобное, но тогда, наверное, все было не так, знаете ли, ну не так подробно, не так понятно. Да и вообще вот без какой-то вот этой вот, знаете, моей харизмы, которая выражается в том, что я там, знаете, могу 3, 4, может быть 5 минут немножечко, так знаете, полить воды, а уже потом за минуту, может быть за 2, может быть за 3, за 4, за 5, за 6, за 7, за 8, раскрыть основную тему данного видеоролика. И вы никогда не узнаете, сколько будет длиться эта самая вода, потому что ролик нужно смотреть целиком и полностью. Вот идет он, допустим, там, я не знаю, 5 минут, или там 8 минут, или, допустим, час вот он идет. Вы должны посмотреть его полностью, чтобы просто все понимать, потому что вот даже эта самая вода, вот как вы все это называете, оно все связано. И без этого вы не сможете понять вообще, как ко всему этому нужно относиться. Вот, то есть у вас правильное отношение, неправильное отношение, правильное ли у вас тут мнение сложилось насчет всего этого, или неправильное мнение. И да, давайте начнем. Вообще, сам ПРП и Evolve Roleplay, они уже, так знаете, давно конфликтуют между собой. Ну, разумеется, потому что Evolve Roleplay, они как бы украли мод сам ПРП. Хотя, почему как бы, если они действительно украли мод сам ПРП? Со временем начали его дорабатывать. Вроде как там, знаете, какие-то свои фишки добавлять. А говорить, мол, то, что вот, мы там, знаете, сам ПРП нового поколения. Мы вернем старую атмосферу сам ПРП 2012-2013 года. И вот всех вот этих вот, знаете, прочих годов, поэтому заходите к нам, у нас все будет замечательно и просто отлично. Но лично мне воры, как бы, они не особо нравятся. Да, разумеется, то есть даже, допустим, в каком-нибудь там, я не знаю, видеоблогинге, вот этом всем GTA самповском, да и впрочем, люди постоянно вот тянутся за кем-то, кто был вот когда-то выше них. Они смотрят на то, как вот делает все тот человек, и, в общем-то, пытаются это все повторить, потом добавляют какие-то свои уникальные фишки и все прочее. Но даже сейчас, когда ты заходишь на Evolve Roleplay, когда ты смотришь ролики по Evolve Roleplay, тебя не покидает ощущение того, что это сам ПРП. То есть, спустя сколько там лет прошло? 3-4 года, я уж точно не помню. Заходя на Evolve Roleplay, ты до сих пор ощущаешь, что это сам ПРП. Вот это просто сам ПРП, на котором вот справа в углу написано Evolve Roleplay. И все. Да, есть какие-то некоторые там, знаете, доработки, есть что-то новое от себя, но тем не менее, это не исправляет всего вот этого вот положняка о том, что, ну пиздец, ну как же, блять, они похожи. И вот там, знаете, Леонид Литвиненко выпускает какие-то видеоролики против сам ПРП и в частности Тарка, потом Тарка выпускает видеоролики против Evolve Roleplay, в частности Леонида Литвиненко, и все это, вот эта вот вся вековая борьба, она не заканчивается уже, знаете ли, никогда. Вроде бы сейчас это затишье, но надолго ли это, я не знаю, потому что там, возможно, и Леонид Литвиненко занялись своими какими-то вот этими всеми вещами, и, в общем-то, Тарка занялся вот этими своими делами, стримит там какие-то прочие вещи делает, и все, и всем пока что на друг друга похуй, а возможно и окончательно похуй, это не важно, потому что вот все-таки борьба за каждого игрока среди Evolve Roleplay и сам ПРП, она прям идет такая, знаете, ожесточенная. Сначала там, знаете, сам ПРП включает переносы с Evolve Roleplay на сам ПРП. Сейчас вот недавно вышла новость о том, что Evolve Roleplay включили переносы с сам ПРП на свой проект. То есть буквально борьба идет за каждого нового игрока или там за каждого старого игрока. Типа, ну это же вообще пиздец. Ты можешь там, знаете, покачался немного на сам ПРП, перенес там, знаете, свой аккаунт на Evolve RP и понял, что, блять, а Evolve RP там не что-то не нравится, меня постоянно убивают, меня постоянно дэмят, даже когда я не нахожусь в гетто, а перенесу-ка я аккаунт обратно. Опять играешь на сам ПРП и такой типа, а сам ПРП-то оно как бы, ну, получше будет, да? И многие меня могут обвинить в том, что я абсолютно точно не объективен, потому что у меня выходил там, знаете, обзор на Максима Кудрявцева, в котором я говорил, что там, мол, вот, Максим Кудрявцев то, Максим Кудрявцев это, я пересказывать досконально не буду, он идет там около, что-то, по-моему, 20-24, ну, может быть, около получаса он там идет, я точно не помню, посмотрите обзор. То есть там я все, так, знаете, кратенько
расписал, вот так, наверное, нужно было сделать это более подробно, часа на два, но тогда у меня были немного другие планы на Максима Кудрявцева, да и вообще он в целом посмотрел, сказал, что обзор крутой, вот только там, знаете, половина фактов, она какая-то, ну, абсолютно фиговая, и это, разумеется, его право, типа, так говорить, так считать, вообще поебать. Пусть что хочет, то и думает по поводу всего этого, знаете, моего обзора, да и мне, в общем-то, без разницы. Итак, что вообще можно сказать? Вот эта вот борьба Evolve Roleplay с AmpRP, AmpRP с Evolve Roleplay, она будет продолжаться долго и, наверное, не закончится уже никогда, потому что, ну вот, каждый борется за своего нового игрока, и, к сожалению, с AmpRP очень поздно спохватились и начали вот что-то предпринимать, что-то делать, потому что Evolve Roleplay, он уже вырос, он уже обзавел своей аудиторией, которая, ну типа, с AmpRP не особо нравится и вряд ли они будут переносить. В то же время на AmpRP есть алды, которые, типа, может быть, там и играют, тем не менее, хотят попробовать что-то новое и перенести там свой аккаунт с AmpRP на Evolve Roleplay, посмотреть вообще, как там играется, как там что делается, с ужасом узнают, что там один, блядь, ДМ, что там их ДМишь, что там одни какие-то читеры и вся прочая хуйня, и такие, типа, нет, блядь, я лучше останусь на AmpRP, пусть там, знаете, онлайн где-то, возможно, маленький, где-то там еще какие-то вот эти вот вещи, зато меня, блядь, не хотят убить, как каждый встречный, блядь, из каждого угла меня не хотят, блядь, застрелить, и вообще я могу спокойно хоть куда-то доехать. И поэтому вот меня многие обвиняют, мол, то, что, блядь, да ты не объективен по отношению к Evolve Roleplay. А как я могу быть объективен, ну, буквально, к челам, которые украли? Вы знаете, мое отношение к ворам, к Карлику, Вору, Митину, Иллюминату, к прочим вот этим вот всем людям. Поэтому, ну, я не думаю, что в отношении Evolve Roleplay у меня может быть какое-то другое мнение. Однако, ладно, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NoToxic54, а также мой телеграм-канал, вернее, ссылочка на него, вся эта информация, она находится в описании, заходите туда, ознакомьтесь со всей информацией, и чтобы у вас все всегда было хорошо, отлично, и чтобы вы играли на хороших проектах, на хороших серверах, и в целом, чтобы все было нормально. До свидания.